Ух ты, и снова я, Александр Криволапич. Ребята, сегодня 29 мая 2021 год. Вот цветы осколка, серебристый ковер. Это отличный покровник, многолетнее растение. Серебристый ковер высотой до 30 сантиметров. Ясколка, серебристый ковер, цветет долго и пышно. Образует густой серебристый ковер, устойчивый к засухе и морозам. Не болеет. Ее серебристые листочки никогда не засыхают и не замерзают зимой. В конце мая, начало июня, ясколка пышно зацветает. Цветет ясколка около месяца. Цветочки мелкие, до 1 сантиметра в диаметре и высотой до 30 сантиметров. После цветения ясколка достаточно быстро растет. И один маленький кустик за лето может покрыть около метра. На зиму мы свою ясколочку не укрываем. Когда-то было маленький-маленький кустик и осколки, а сейчас разросся. Сейчас разросся где-то метра на три. И в ширину полтора метра. Но жена хочет еще, уже в этом году посадила эту осколочку, серебристый ковер, в саду. Пускай в саду зарастает. Чтобы там была красота, не только во дворе. У нас ясколка это на одном месте, то на втором, на третьем, на четвертом, на пятом, на шестом. И на улице посадили. Пускай посмотрим. Может быть, будет траву забивать на улице. А снимаю я сейчас в тени. Вот. Солнышко еще сюда не достало. Это хорошо. Когда солнышко засветает, ну просто невеста. Цветы просто невеста. Серебристый белый ковер. Очень красиво. Цветочки маленькие, красивые. Ну все, ребятка, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Криволап, печенеги. Пока-пока, ребята. Цветы осколка. Серебристый ковер, можно так сказать. Пока-пока, ребятки.